Два башенных крана работают на стройплощадке школы в Солнечном. Строительство нового учреждения образования идет опережающими темпами. Ход работ обсудили на выездном совещании и главы районной администрации совместно с подрядчиками и представителями коммунальных служб подвели промежуточные итоги и поставили задачи на ближайшее время. Работы монолитные на первом этаже второй секции готовится перекрытие. Стеновье выполнено. По третьей секции стеновье выполнено, выходим на перекрытие. По четвертой секции первого этажа заканчиваем монолитные работы по стеновью и выходим на перекрытие. Первая часть бетонируется 29 числа. Строительство школы продвигается в рамках графика. Отставания на данный момент никакого нет. Даже есть небольшое опережение, около недели. Сейчас ведутся активно монолит-бетонные работы на всем объекте. Вот. Выполнены эти работы порядка 40%. И глава поставил задачу до 5 ноября закончить все монолитные работы на этом объекте. После открытия школа будет готова принять порядка 1100 ребят, значительно снизив количество обучающихся во вторую смену. Строительство объекта реализуется в рамках государственной программы «Образование Подмосковья». Проект предполагает возведение четырехэтажного здания, в котором разместятся учебные классы, лаборатории, мастерские, столовая, спортивные и актовые залы. На совещании также обсудили реконструкцию ливневой канализации в микрорайоне Солнечный. В данный момент сбои в ее работе становятся большой проблемой для 58-го детского садика. Принято решение в присутствии водоканала, то есть мы прочистим все трубы, все ливнестоки, которые имеются по соседству, и постараемся буквально к следующему году заменить всю ливневую канализацию вокруг и детского сада, и школы. Александра Гранич, Валерий Жиглей, телерадиокомпания «Щелково».